Приветствую вас, и при разговоре с человеком темы, которые могут быть ему интересны, с большей долей вероятности могут всплыть самостоятельно при обсуждении значит, каких-либо событий, которые происходят в мире. Например, это события кино, музыки, политики и так далее. И вот, обсуждая последние события, вы увидите, на что человек реагирует более живее, чем на другое. То есть, допустим, где-то он будет отвечать на сложно, где-то он, наоборот, будет поддерживать разговор, а где-то он будет говорить больше, где-то будет говорить меньше. И вот то, где он будет говорить больше, и является сферой его интересов. Если же вас интересуют именно конкретные темы, то это может быть любимая музыка, какую музыку, например, слушаете вы. Это может быть любимое кино, любимые книги, хобби, увлечения, работа, учеба, какие-нибудь достижения в жизни и так далее. Именно в этой сфере и крутятся, по сути дела, возможные темы для дальнейшего общения между вами. Тут нужно понимать, что кто заинтересован в общении больше, тот ищет темы, интересные другому человеку. И было бы лучше для вас, если бы именно мужчина старался найти общие с вами темы, а не вы с ним, потому что тогда в этом случае получается так, что вы в большей степени заинтересованы в общении с мужчиной, чем он с вами, а это родит ненужный перекос в отношениях и покажет мужчине, что вы проявляете к нему интерес, что вы его добиваетесь, и он тем самым получит возможность манипулировать вами. Все-таки мужчина – это завоеватель, и именно он осуществляет завоевание, покорение и очарование девушки. Если мужчина сам не предлагает вам тему для разговора, то вам в ответ предлагать ее можно раз, два, три, но не более того, потому что иначе так вы рискуете отношения тянуть на себе и дальше. А это все-таки не очень хорошо для будущего вас уже как пары и как, возможно, семьи. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.